Свердловская область при реализации областных программ по замене старого лифтового оборудования полностью перешла на установку подъемных механизмов отечественных производителей, а также из дружественных стран. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. В связи с применением в отношении Российской Федерации экономических санкций ряд производителей импортного лифтового оборудования, занимающих значительную долю рынка, ушли от нас. Нам поставили задачу организовать замещение импортного оборудования иным оборудованием без потери качества и удорожания стоимости. Мы полностью справились с этой задачей, рассказал Николай Смирнов. В этом году в регионе завершается реализация губернаторской программы по ускоренной замене лифтов, у которых превышен срок эксплуатации. В нашем городе также велась работа по замене лифтового оборудования. Ситуацию прокомментирует председатель комитета по ЖКХ и жилищной политике Новоуральского городского округа Антон Угоденко. В текущем году у нас проводится замена в 14 лифтах в 10 многоквартирных жилых домах. По улице Комсомольская, по Первомайской, остальные на Фурманово, да, и в Южном районе. Все работы по всем лифтам были начаты в середине и в конце июня. Срок выполнения был работ сентябрь месяца. Сентябрь месяц часть лифтов у нас были, 10 лифтов у нас были завершены работы в середине сентября. Документы подготовлены, сданы в Ростехнадзор. Приезжал специалист Ростехнадзора 21 сентября, выписал ряд замечаний подрядной организации, которые в настоящее время устраняются подрядной организацией и фондом капитального ремонта. Собственно говоря, это обычная практика, каждый год так происходит. Единственное, что в этом году немножко затянулся срок проведения работ. Обычно в течение 3 месяца уже и запускали лифт. Сейчас, наверное, в связи со сложностью поставки материалов была замена произведена лифтов. По проекту были лифты «Отисы», были заменены на лифтовое оборудование Гомельского лифтового завода, которое, кстати сказать, ничуть не хуже.